Кто там? По объявлению. Откройте, пожалуйста. Откройте, это по объявлению. Что значит «о»? Пока ничего особенного, просто «о». Войти можно? Войдите. Ну, здравствуйте. Женщине руку не протягивают. И вообще вы мне не нравитесь. Начну с того, что я от вас тоже не в восторге, это во-первых. Во-вторых, пришел сюда больше из любопытства. Не так часто читаешь подобные объявления. А в-третьих, давайте поговорим. Ну? Вам сколько лет? Допустим, 40. Замужем когда-нибудь были? Замужем не была. Неужели старая дева? Не дева, но замужем не была. А дети? Детей нет. А в квартире кто-нибудь еще проживает? В квартире прожива... одна. Ага. Работа? В порядке. Здоровье? Не жалуюсь. Зарплата? Хватает. Характер? Завидный, все. На первый раз достаточно. И на первый, и на последний. Прошу. Обо мне ничего не хотите узнать? Спасибо, уже узнала. Думаю, что некоторые детали от вас все-таки ускользнули. Ничего, возьмите шляпу. А может, чайку, допустим? Чайку на вокзале, возьмите шляпу. При таком гостеприимстве вряд ли найдет себе спутника жизни. Ничего, прошагай в одиночестве. Не понял, не понял. А как же объявление? Одинокая женщина желает познакомиться с одиноким мужчиной. Между прочим, перед вами типичный одинокий мужчина. Зато перед вами нетипичная одинокая женщина. Прошу. А я не спешу. И мы не для того так долго друг друга искали, чтобы так быстро расстаться. Эй! Посмотрим, посмотрим. Послушайте. Вы знаете, как это называется? Я-то знаю. А вы, похоже, и не догадываетесь. А? Вы чего? Ой, 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 ой. Представьте, мне здесь нравится. Чисто, уютно. Вполне на уровне.
Хотелось бы один вопросик. Можно? Денежки где содержим? Что? Денежки где содержим? Какие денежки? Обыкновенные. Советские. Рублей 50. Хотите долгосрочный кредит? Хотите безвозмездно? Поможем нуждающимся? А вот сейчас я в милицию позвоню и спрошу. Как мне там скажут, так и сделаю. Может, помогу. Итак, кредит или будем оформлять дарственную? Конкретнее. В кафе в верхнем ящике. В конверте. Конкретно сестра таланта. Ай, денежки-то, видать, какие немалые зашибаете, а? Много не возьму, а вот на сотенную ограблю. Знаете, возможно, даже с отдачей, благо адрес у меня... Не в своем уме. Ненормальная какая-то. Господи, ну разве можно так бить? Из-за какой-то глупой шутки чуть человека не убили. А, мужчину. Еще объявление написали. Неужели не жалко, а? Такого не жалко. А какого такого-то? Откуда вам известно, какой я? Вижу. А может, увидеть только оборотную сторону медали? А между прочим, есть еще и лицевая. Конечно, конечно. Это печально, когда оборотная смахивает на лицевую. Это почти катастрофа. Но в моей биографии были не только падения, а и взлеты. Хотите послушать? Я сейчас соседей позову. А чего вы меня пугаете? Я не пугаю, предупреждаю. И предупреждать не надо. Подумаешь, соседи. Что, я соседей, что ли, никогда не видел? Ну, приглашайте, приглашайте. Посмотрим, что вы им расскажете. Как человек чуть не убили, расскажете. Или, может, расскажете, каким я образом оказался в ваших апартаментах. Ой, не надо! Ой, не надо, мадам! Ой, поаккуратнее, что вы делаете? Ну, мне же щекотно, мадам, ну что такое? Мадам, ну не надо! Ну, мне же щекотно, мадам, милая моя, дорогая! Это же неповторимо! Это должно запомниться на всю оставшуюся... Прелесть моя ненаглядная. Здравствуйте, Надя Ивановна. Я это еще не сделала. Постараюсь. Дня через три зайдите. Хорошо, до свидания. Мадам,
Прошу к нашему шалашу. Место есть. А? Ну? Где вы этот хорваль? Это далеко. Ходил, дышал. А какие-нибудь проблемы? Это мои проблемы. Я так начинаю догадываться, это не единственное объявление. Сколько же вы их расклеили, а? 5. А, уже 4? Мадам, вы их хотите ликвидировать, да? Это тоже мои проблемы. Это я тоже понимаю, но если вы их расклеили, наверное, на что-то рассчитывали, да? Не на такое же. Благодарю за комплимент. Но надежд не теряйте. Не исключено, что это объявление просчет некий одинокий принц, и вам крупно повезет. И тем не менее, мадам, совет. Принцы тоже бывают разные. Я он тоже когда-то ходил в принцев. Но вот, дожди вымочили, ветры выветрили. Так что давайте, приступайте к ликвидации ваших прокламаций прямо сейчас. А это я сорвал на улице Гоголя. На. Кстати, мадам, слушайте, в порядке любезности это мероприятие могу взять на себя. Слушай, достаньте. В этом предложении что-то есть. Что, заняться нечем больше? Ну, нечем, ей-богу, нечем, вот абсолютно нечем. А так и для вас польза, а для меня развлечение. А, мадам? Кто там? Я. Кто я? Это я с объявлениями. Сорвал и вернулся. Ну что? Ничего, пришел сообщить. Сообщили с Богом. Нечего по ночам потешить. Уже утро. И утром нечего. Будьте здоровы. Две сорвал. Третью у вас. Четвертую, пятую не обнаружил. Вероятно, кто-то решил воспользоваться. Держите. Зачем? Вам же нужно. Спасибо. Ну ладно, возьми. А я говорю, благодарю. Гордый? Есть немножко. Как знаете. Ну, если только в качестве кредита, я скоро не обещаю, но вот через полгодика я верну. Вы знаете, я уезжаю очень далеко. Вы даже не представляете, как далеко. В Норильск. Почему в Норильск? Потому что далеко. А куда же еще? Меня здесь ничего не держит. У меня ни жены, ни короче, ничего. А деньги я вам обязательно верну. Да ладно, будет. Что значит будет? Будет и будет. Нет, вы знаете, мне подачки не нужны, я не привык, я не нищий, не проходимец. Я, между прочим, человек. И давайте, вот возьмите и... Чаю хотите? Нет, я не желаю. Не хотите, не надо.
проходите. Вам сахара? А что вам сахара жалко? Мне сахара не жалко, просто сейчас модно пить без сахара, поэтому я и спросила. Ну, к вашему сведению, эта мода была всегда. Восточная культура, например, предусматривает вообще и чаепитие, и без сахара. Мне с сахаром. Так вы слышали, что я двух объявлений не обнаружил? Слышала. Слышать мало. Надо делать выводы. А вам что? Мне? Мне ничего. А вот вам надо быть начеку. Может, пожаловать в гости и похлеще моего. Похлеще, по-моему, некуда. Знаете что? Что? Ничего. Завтра, уже сегодня я уеду, и мы больше никогда не увидимся. Ой-ой, только не пугайте, а то умру со страха. Ха, такие, как вы, не умирают, такие живут жирее, разлагаясь. Достаточно посмотреть на обстановку в вашей квартире. Но может случиться так, что вы еще когда-нибудь вот пожалеете о нынешнем факте. Я не почувствовал вас потенциального друга жизни. Неужели? Ага. Представьте, вы не тот человек, которого я нафантазировал, когда шел сюда. Я надеялся увидеть совершенно иного человека, действительно, искренне там, жаждущего, одинокого. Один вопрос можно? Нельзя. Вечер вопросов и ответов кончился. Единственный. Я прошу. Только честно. Объявление действительно серьезное или это идиотская шутка? Все, простите за нелепую попытку влезть в душу. Прощай. Проводить меня. Ну, я только хотел поцеловать. Ручку с той стороны. Пожелайте мне что-нибудь. Желаю. А знаете, я уеду, и мы ведь с вами больше никогда не увидимся. Да что вы ко мне пристали? Уеду, уеду, да уезжайте, хоть на край света. Никто плакать не будет. Уеду, уеду. Навязался на мою голову. Ну ты чего? Я тебя жду, жду уже без четверти. Проспала, что ли? Гостей принимала. Каких гостей? По объявлению. По какому объявлению? Ты что, с ума сошла? Ты же сама посоветовала. Я? Ты. Так я ж пошутила. Ты, дурак, пошутила, а я, дурак, повесила. Ну? Баранки гнал. Лава, тебя там вызывают. Я занята. Да, он же. Ну, мы же, что я могу? Мы же действительно. Клава, смотри.
Лав, тебя там мужчина какой-то требует. Леночка, подай, пожалуйста. Я мужским не занимаюсь. Не знаю. Мужским не занимаешься, а мужчины спрашивают. Хорошо. Наум Львович. Сделаю. Леночка, застрочи, пожалуйста. Хорошо. Алло? Оп. Скромно, над душой. Приезд, да? Это что, юмор? Что нужно? Во-первых, хочу засветить свое уважение. А во-вторых... Соседи про работу узнали. Именно. Именно. Сосед Клавдия Петровна лучший друг человека. Так, что дальше? Дальше прекрасно, прекрасно, но здесь не место для праздника души. А что, праздник уже наступил, да? Как заметил великий Хэм, праздник всегда со мной. И после скольких стаканов чая? Клавдия Петровна, это же не остроумно, будьте выше этого. Хотите узнать о моем истинном отношении к вам? Касьян! Касьян, милости просим, мы вас ждем, Касьян, идите сюда. Сейчас мои карты перед вами будут открыты. Добрый день, Касьян. Убери руку, воспитанной женщине руку не протягивают. Прошу прощения. Вот, Клавдия Петровна, да, Клавдия Петровна, вот я уезжал. Он меня провожал до самого вокзала. Провожал? Несомненно. Провожал. А потом... Передумали. Нельзя, решили мы оставлять такую женщину. Она... Простите. Да? Отойдем в сторонку. Да? Касьян, иди сюда. Иду. Нельзя оставлять, она этого не заслуживает. Решили или не решили? Решили. А как я отношусь к Клавдии Петровне? Не знаю. Подожди, как не знаешь? Я ж тебе говорил. Говорил. Ну? Говорить это одно, а чувствовать совсем другое. Он у нас философ. Знаю, иногда такое загнешь, что ни один силовик не разогнет. Силовик это в цирке. Вы когда-нибудь бывали в цирке? Клавдия Петровна, цирк это вечный праздник детства. Вы знаете, вы ему больше денег не давайте. Он все равно никуда не уедет. Касьян. Не уедет. Подожди, ты что говоришь? И мне не давайте, если я попрошу. Даже если я очень попрошу, все равно не давайте. Касьян, потому что ты мне тоже что некуда ехать, понимаете? Парень, ты что говоришь? Мне некуда ехать, нам просто вдвоем. Ты же друзья, друзья, Касьян, ехать. Ну что ты? Да о чем с ними разговаривать? Брось, иди сюда. Иди сюда, вы что? Тебе это что надо? Загонство! Прекратите, это порочно! Прекратите, кому говорю! Вам нужно поменять квартиру! Так, милицию сейчас позову! Милиция! Извините, так получилось, Клавдия Петровна, вот это все, что осталось, а остальные я вам как-нибудь, вы меня... До свидания, Клавдия Петровна. Подонки! Мне ручку целует, а Коля чуть не в пояс кланяется. Очень приятно познакомиться, говорит. Ну вот, теперь смеется, говорит, у моих «Жигулей» будет всегда жур с запчастями. И визиточку протягивает. Кстати, холостой. Не молодой, правда, но холостой. Хочешь, познакомлю? Спасибо. С одним уже познакомилась. С алкашом, что ли? Ты подвиживаешь? Смотри, на дорогу москвича клюнешь. Нет, ну, Клав, ты что, серьезно? До сих пор переживаешь из-за алкаша? А алкаш, по-твоему, не человек? Да, конечно, нет.
Я к этим типам ничего, кроме отвращения, с некоторых пор не испытываю. Ну да. Любим богатеньких, ценим полезненьких, дружим со знаменитенькими. Представь себе, приличные все люди. Очень бы хотелось, чтобы ты в таком же обществе вращалась. Спасибо, Ань, но я как-нибудь сама постараюсь сообразить, в каком мне обществе вращаться. Не сообразишь. За 40 лет не сообразила, где уж тут доставшаяся. А еще через 5 лет вообще ни один мужик в твою сторону не глянет. Ничего, переживу. Не переживешь. Мужика не то, что в нормальном смысле нет, а я просто в кино сходить не с кем. Было бы кино хорошее. Да кино-то хорошее есть. А вот к тебе только одни алкогольки цепляются. Останови машину. Да сиди ты. Останови машину, а то я выйду. Психичка. Дура несчастная. Слава богу, что ты такая умная и такая счастливая. Здравствуйте. Здрасте. К вам приходили. Кто? Мужчина. Невысокий такой? Высокий. Что, высокий трезвый? Да, по-моему, очень положительный, во всяком случае, вежливый. Высокий тоже вежливый. Что? Ничего, я так. Что дальше? Нет, он только интересовался, когда вас можно застать, и ушел. Ладно, спасибо. А если придет, что передать? Передайте, что трудно застать, почти невозможно, и вообще на скорую уезжает. Это правда? Чистое. Так и передайте ему, и всем остальным, и пусть успокоится. До свидания. До свидания. Здравствуйте, мы к вам из 115-й школы. Здравствуйте, мы... ребят, заходите. Сейчас. Ой. Закрывай дверь, а то думает. О. Я не знаю, ребят, вот все, что есть сейчас, я перевяжу вам. Мы из 115-й школы. Мы решили взять над вами шефство. Зачем? А потому что все пионеры должны помогать больным и несчастным. Ну? Скажи, Сережа, я вчера гулял со своей собакой и случайно прочитал ваше объявление. А сегодня мы посоветовались и решили, что вы нам подходите, вы несчастный, а наше звено пока ходит без нагрузки. Ой, ребят, простите. У меня просто тяжелый день был. Так, ну, что вы собираетесь делать? Мы можем вам по хозяйству помочь, картошку почистить, пыль вытереть и украсить ваш досуг. Как? Например, вместе весело шагать по просторам, по просторам, по просторам. И, конечно, припевать лучше хором. Лучше хором, лучше хором. Спой нам песню, перепелка, перепелочка. Раз иголка, два иголка, будет елочка. Раз дощечка, два дощечка, будет лесенка. Раз словечко, два словечка, будет песенка. Мы вместе весело не можем вам спеть про Эви там наверху, про айсберг, про я уеду в Комарова. И театр. Мы с вами можем сходить в театр. Ладно, ребята. Спасибо вам большое за все. За театр, за песни. Но вы больше не волнуйтесь, я уже не одиноко выхожу замуж. Замуж так быстро? Ну, мило, так получилось. До свидания. Ну, до свидания.
Отоспались? Вот выходил из автобуса, зацепился. Одним словом, просьба привести в порядок, больше обратиться не к кому. Прямо сейчас? Да, если возможно. Пока вы будете заниматься, я посижу вот здесь вот, на лавочке. Вечерами похолодало, можно простудиться. Ладно, пошли в квартиру, нечего соседям глаза мозолить. Это верно, Клавдия Петровна. Соседи лучшие друзья человека, но глаза им мозолить действительно не стоит. Скажите, Клавдия Петровна, а вы меня больше не боитесь? А вы? Ага. Остроумная. 5 баллов. Здрасте. Добрый день. Это? Нет, тот был высокий, очень вами интересовался, крайне положительный. Можно вас на минутку? Проходите. Вы действительно уезжаете? Я уже сказала, проходите. Мужчина говорил о каком-то объявлении. Это относительно обмена? Относительно всего. Извините. Распространяете ложную информацию. Какую? Ну, относительно отъезда. Опасаетесь, что не оставим вас в покое. Кто? Ну, мы и, в частности, я. Думаете, буду надоедать? Не буду я знать, чем это может кончиться для меня. Я тоже знаю, поэтому давайте не будем на эту тему. Так. Ну, в общем, ясно, здесь работа на целый час.
Вы мылись давно? В смысле? Ну, душ давно принимали. А какое это имеет отношение к пиджаку? Такое, чтобы не стояли над душой. Вот вам полотенце, остальное найдете в ванной. Благодарю. Благодарю. Эй, вы где? Эй. Что здесь делаете? Вы одна. А с кем я должна быть? Ну, мало ли. Знаете, что я подумал? Пока я по душам, вы тем временем в отделение милиции придет, а я уже и готовенький, чистенький, и кинулся, выскочил, нормально. Ищу, а пиджака ты... А где пиджак? Пиджак, брюки. А мой где? Побежал искать себе пару. Нет, я серьезно. Я тоже. Не, это исключено. Исключено. Во-первых, я вряд ли когда-нибудь за это рассчитаюсь. А во-вторых, я от малознакомых женщин, я подарков я не принимаю.
Да, да, я. Платье готово, но позвоните лучше завтра. На работу я сейчас не могу, занята. Давайте поговорим. О чем? О чем? Обо мне, например. Ну, хотя бы для начала узнать мое имя. Неужели не интересно? Зачем? Ну, хотя бы потому, что я у вас в гостях. Одели, обули, накормили, утешили своим присутствием. И на этом ваша миссия закончена. А кто я, что я, откуда пришел, куда уйду? Это вам безразлично. А вы попросите. Да нет, ну просто намекните, я раскроюсь перед вами. Как цветок после дождя. Извините за небольшую пошлость. Раскройтесь. Пам-п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 ам. Артист Валентин Спиридонов. Оригинальный полет под куполом цирка. И не просто артист, а артист высокого полета. Клянусь. Артисты в свое время очень известны. Полмира объездил. Летал под куполом цирка с пылающими булавами. А теперь летаете под магазином с пустыми бутылками. Вы, слышите, не смейте. Не смейте, слышите? Слышите? Не смейте. Я понимаю, что нахалка. Понимаю, что надоел, но у меня нет другого выхода. Это судьба. Клавочка, это шанс. Я никогда не чувствовала себя такой 17-летней идиоткой. Но это выше моих сил. Я прошу, умоляю, заклинаю вас. Может, не отвечать сразу, можете подумать. Но от вас, Клавочка, зависит моя судьба, жизнь, если хотите. Я не понимаю, о чем вы? Как вы не поняли? Я влюбилась. Того самого мужчину, который приходил сюда и разыскивал вас. Поразительно искал вас и нашел меня. Впрочем, он еще об этом не знает. Но я его нашла. Я чувствую, он мой, Клавочка, мой. Может быть, не ваша, а собственной жены? Нет, это исключено. Он холостяк. В своих расспросах о вас его больше всего интересовало, были ли вы когда-нибудь замужем. И когда он узнал, что не были, он как-то обрадовался и произнес. Боже мой, что же он произнес? А он произнес, как хорошо, и что-то записал в свою записную книжку. А, собственно, от меня что требуется? А, сейчас. Значит так, вы уехали, и ходить сюда больше незачем, вас нет и не будет.
А если он придет, а он обязательно придет, я в этом уверена, может заглянуть в квартиру напротив. А я его приму и в обиде не оставлю. А вы, Клавочка, отдайте то, что вам уже не нужно. И судьба отблагодарит вас. Тем более, что у вас уже появился симпатичный мужчина и, по-моему, очень вежливый. Я вас очень прошу. Это нервишки. Редко, но случается. Извините, пожалуйста. Вам есть куда идти? Да, потерпите еще 5 минут, я уйду. С кладушкой на балконе спать будете на кухне. Или ее я принесу. Клавдия Петровна, я хочу вас попросить, если вы надумали уезжать, ну, потерпите. Клавдия Петровна, ставьте чай. Если не возражаете, я вас провожу. Вам очень идет это платье. Правда? Вы это,
Не ходите дальше, туда. Да, я дальше не пойду, а после работы буду вас ждать здесь. Можно? С вами по задворкам, неизвестно где. Ну, почему неизвестно? В кино там, культурно отдохну. Опять же, проведаю приятелей. Каких? Касьяна, например. Он же мой друг. Вы знаете, кто такой Касьян? Вы даже не представляете, кто такой Касьян. Но так случилось, что вот, ну, тоже пьет. А есть причина, у всех есть причина. Необходимо проведать. Ну, в общем, вот вам ключ. Нечего вам шляться. А приятелям сидите дома, от греха подальше. Ну, я пошла. Салют, подруга. Здорово. На пару минут можно? Нельзя. На работе надо работать. До работы еще 5 минут осталось. А тебе заведующая спрашивала. Ну, это ее работа спрашивать про подчиненных. Ошибаешься. В связи с твоим алкашом спрашивала. Привет, девочки. Здорово, Ириш, привет. А ей что? Ты все-таки знаешь, не в джунглях работаешь. И нам не безразлично, как ты проводишь свой свободный досуг. Иди отсюда. Клава, зайди ко мне. Да я-то пойду. Я-то пойду. А ты подумай, с кем связалась. С отбросом общества связалась. Пошла ты. Ишь, разоделась она. Садись. Я все понимаю, Клава. Возраст понимаю. Одиночество понимаю. Желание понимаю. Но без ответственности. Прежде всего, перед собой без ответственности я понять не могу. Ну, не надо, Клава, не надо пытаться меня задеть. Ты хорошо его знаешь. Биографию его знаешь? Тебе известно, что его жена, которая прожила с ним не один год, ушла от него именно из-за выпивки. Детка милая, неужели ты не понимаешь, что от таких, как твой хахаль, общество должно избавляться? Потому что это как гнойный нарост, который надо удалить, чтобы организм был здоровым, полезным. Ты этого не понимаешь? Ты что, газет не читаешь? Тебе мало того концерта, который он с дружком устроил перед окнами ателье, мало? Сначала концерт возле ателье, потом сборище на твоей квартире. Никакого сборища на квартире не было. Клава, тебя на работу провожал кто? Это вас не касается. Зато нас касается. Какой жизнью живет человек в нашем коллективе? Нормальной жизнью живет человек. Может, человек хочет спасти другого человека. Чем? Тем, что будешь распевать с ним? За завтраком, за обедом, за ужином? Чтобы ему меньше досталось? Половину брать на себя? Да на таких бугаях огород можно пахать. А она, видите ли, спасать надумала. Спасать надумала. Сиди. Возьми у Чумаковой адрес его жены. Она живет с ней в одном доме, поинтересуйся. Меня ждет работа. Ждет? Пока что ждет. Завтра может случиться, что тебя никто здесь не будет ждать. О, а я как раз из магазина. Где ключи? Ключи в порядке, в кармане.
ваше отсутствие я решил сделать вам сюрприз, Клавдия Петровна. В годы моей туманной юности я служил на флоте, и там мне удалось постичь секреты приготовления флотского супа. Клавдия Петровна! Клавдия Петровна! Что-нибудь случилось? Откуда у вас деньги на покупки? А почему у меня не должно быть денег на покупки? Ну, хотя бы потому, что вы их брали у меня. Да, но это было... Сегодня я не копался в ваших сбережениях, можете проверить. А расходовал исключительно собственные рубли, кровные. Откуда они у вас? Видите ли, Клавдия Петровна, я в некотором роде пенсионер. Ну, в общем, государство выплачивает мне небольшую пенсию. А сегодня как раз день выплаты. Вот я... Пенсию? За что? По инвалидности. По инвалидности это чтобы не работать? Может быть. Инвалид. Лодырь-симулянт. Таких инвалидов можно огород пахать. Это хорошая идея, надо подумать. Чем вы занимаетесь? Чем? Шляетесь по пивным? Сшибаете рубли, прикидываясь несчастным, вламываетесь в чужие квартиры? Да вы просто грабите государство! А по какому праву, я спрошу? Нет, мне просто интересно. Вас судить надо. И лечить, если вы больны. А право бездельничать нет. Так, все мое кажется со мной. Да, ничего не забыто. Одежду, к сожалению, оставить не могу, сами понимаете. Не дойду до первого постового, остановят. Я вам... Или посылкой. Благодарю за теплые слова. До свидания. Можно буквально пару слов? Не нервничайте, я долго не задержу. Знаете, мне ничего не надо было от вас. Ничего, кроме понимания. Вернее, желание понять, послушать и, представьте, посочувствовать. На понимание и сочувствие дефицит. У меня такое впечатление, что они вообще просто отсутствуют, их просто нет в природе. А вас я сначала поверил. Одинокая женщина желает познакомиться. Желает. Но для чего? Ради чего? Всего лишь ради себя. Клавдия Петровна, маловато, мало. Жить спокойно. Ждите безоблачного принца. Желаю удачи. Здравствуйте, Клавочка. Заходите, Герман Кичин. Я не помешала? У меня новость. Мой приходил, более того, заходил даже.
Вы уж извините, но мы как договорились, я сказала, что вы уехали. Мы пили кофе, разговаривали, и, по-моему, его очень заинтересовало, что я одинокая. Он ушел, но сказал, что вечером обязательно зайдет. Документы проверили? Он мне сам паспорт показал. В определенную графу я, конечно, не смотрела, но фамилию запомнила. То ли Якушенко, то ли Ярошенко. А зовут Анатолий Иванович. Но знаете, что самое замечательное? Он все время расспрашивает о вас и о каком-то объявлении. А что это за объявление, Клавочка? Ну, это вы у него спросите. Я его спрашиваю, он не отвечает, смеется, но не отвечает. Наверное, я об обмене все-таки. Вера Ильична, у вас выпить нет. Клавочка, все же, что это за таинственное объявление? А никакое не таинственное. Написала, что одиноко, хочу познакомиться, и вывесила. Как, вот так просто написали и так вывесили? И как-то вы решились на такое? Решился. Там, в Прибалтике, есть газеты с таким объявлением, ну, а я решила самостоятельно. Клавочка, вы же героиня. Я вас теперь еще больше уважать буду. Я на вас молиться буду. Ну, я вообще-то слышала, что у нас тоже собираются в газетах делать такие объявления. В перспективе, правда? Как раз к пенсии. Угу. Ну вы, Клавочка, молочага. И многие клюнули? Двое. Один, которого вы у меня видели, а другой, который к вам ходит. А? Еще пионеры. Какие пионеры? Школьники. Сорвали объявление и решили меня опекать. Пели песни. Предлагали в магазин сходить. Я у них тимуровский объект. А это я вот на лестнице, да? Смешно. Вот, а своего я выгнала. Как это? Так. Пусть себе живет. Сам по себе, а я? Сама по себе. Нет, Клавочка. В конце концов, не так уж много в этой жизни осталось. Себя обеспечиваю. Зарабатываю достаточно. Герненький. Нет. Да мне 43 года. Мне скоро будет 50, мне вообще никто не будет нужен. Да они мне сейчас не нужны. Нет, нет, я не согласна с вами. Да вы что такое говорите? Не в моих привычках вмешиваться, но я не согласна с вами. Одиночество опасно для любого существа, а для женщины в особенности. Женщина-холостяк – это особое явление. Убивается не только институт материнства, убивается женщина сама по себе. Она никому никогда не простит своей судьбы. Если хотите знать, мне ваш знакомый очень понравился. Вот это вы зря. Он даже в чем-то, если хотите, интереснее моего. Боитесь, что отобью, что ли? Нет, не боюсь. Во-первых, вы мне слово дали, помните? А во-вторых, он действительно интересен. У него лицо, ну, человека, пережившего драму. Он вам ничего не рассказывал? Не спрашивал. А напрасно. Он удивительный тип. Ну, конечно, пьющий, но с багажом. Гера Никитична. У вас музыка есть? Есть. У меня такая музыка есть. Я ведь закончила музыкальное училище по классу виолончели. Представляете? Подавала большие надежды. Но в жизни всегда случается свое но. Преподаю теперь сольфеджио в музыкальной студии. Клавочка. У меня к вам будет просьба. Во-первых, я давно не играла, поэтому могу ошибиться. И поэтому не обращайте внимания, хорошо? Всего минуту, можно? Вы меня помните? Что нужно? Ну, вы меня помните? В минуту не ложусь. В пять. Можно 5 минут? Помогите ему. Вы должны помочь. Уже помогала. У него сейчас самый тяжелый период. Да, бросьте его, этот период тянется давно. Да, 5 лет. Он работал в цирке, и так случилось. Одним словом, он разбился.
в результате инвалидность вторая группа, а жена ушла к другому. Ну, после этого он начал пить. Нет, не за болезнь, конечно, нет. Тут тоска заела, ни работы, ни семьи, ничего. И он вдруг, он поверил в вас, понимаете, поверил в человека. Так, знаете что, мне пора идти. Нет, нет, нет. Мне пора идти. О, нет, 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 нет. Ему еще можно помочь. Он не совсем потерянный человек, понимаете? Он может найти себя. В нем только нужно поучаствовать, приласкать, успокоить, понять. Да вы чего, его. Я? Пожалуйста, господи, это крайне необходимо. Я должна расклепать, я не хочу, понимаете? Он еще я может не хочу, чтобы все ко мне пристали. Тем более, что вы тем более ко мне можете, пристали. Вы же должны ему помочь. Я хочу быть, ну, вы же женщина. Нормальный, счастливый, ну, беззаботный. Я не хочу никого, ну, спасать, я не хочу никого. Но быть. Но живой человек. Пусть лучше же спасут и вытянут меня. Я этого заслуживаю больше, чем кто-нибудь. А вы все лезете, 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 лезете. Извините. Я не хочу. Я не хочу, понимаете? Не хочу. Лиза, Чумакова? Это Клава. Нет, все нормально, я сейчас не об этом. Лиза, ты не могла бы дать мне адрес этого моего знакомого? Так, улица, квартира 34. Ладно. Нет, как-нибудь в другой раз. Ладно, пока. Представляете, он у меня снова пришел. Вы от меня, он ко мне, не могу поверить. Я рада за вас. А как я рада, Клавочка, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сказать, где тут дерево. У вас тоже все будет в порядке, я в этом уверена, у меня интуиция. Тогда мы с вами отметим. Угу. Ой, Клавочка, ну я пойду, ладно? А то меня там Анатолий ждет. Угу. Здрасте, из домоуправления. Здрасте, проходите. Сюда, пожалуйста. Я по поводу вашего мужа. Что с ним? А вы не знаете? Он звонил, обещал скоро быть. Что с ним? Нет, я по поводу не этого, а другого. То есть? По поводу вашего первого мужа. Вы, собственно, кто? Из домоуправления. Неправда. Я хорошо знаю наше домоуправление и вас там никогда не видела. Извините. Вы хотя бы поинтересовались, как он живет. Зачем? Зачем он прислал вас? Он не пришел. Что ему надо? Я... Извините, я пойду. Подождите, подождите. Хоть он ни разу не пришел ко мне, все равно я знаю, что ему сейчас плохо. Простите, как я убеждена, вас что никогда не смогу избавиться от него. Это мой крест, который я должна нести до конца дней своих. Иногда, простите мне это, иногда мне кажется, что лучше бы его не стало. Вот, ему, по-видимому, понадобится. Больше не могу дать. Нет, нет, у меня есть. Вы ему кто? Случайные знакомые. Понимаю. У него все случайно. Друзья, женщины. Знакомства, все случайно. Сама жизнь случайна. Как вы меня напугали. У моего мужа, у моего второго мужа сердце больное, я постоянно волнуюсь. А тут вы, я по поводу вашего мужа. Чуть сознание не потерял. Мы с мужем очень дружно живем. Даже опасно дружно, сейчас так не живут. Я его ничего не заставляю, ничем не нагружаю.
Он с работы приходит, ложится на диван, читает. Или телевизор смотрит. А меня это не раздражает. Другие в таких случаях сердятся, а меня это не раздражает. Я ему часто сама вслух читаю. Газет, журналы. Главное, я спокойна. Пусть лежит, пусть читает, пусть ничего не делает. Главное, что он мой при мне. Главное, что застрахован от всяких неожиданностей. А может, вы Валентина давно видели? Он нашел женщину. Вот как. Ну и кто она, эта примадонна? Моя подруга. Интересно. Ну и как? Приличный человек? Замечательно. Любопытно. И он что ж, не пьет? А-а. Полгода в рот не берет. Полгода? Полгода ничего не значит. Значит. Вот эти полгода именно и значит. Откройте дверь. До свидания. До свидания. А, собственно, вы зачем ко мне приходили? Просто так. Так.
Клавочка, вы дома? Проходите, Гера Никитич. Не помешало? У меня все рухнуло, Клавочка, честное слово. Знаете, кем он оказался? Во-первых, женат. Потом журналист. Интересуется одинокими женщинами. Пишет книжку о них. О нас, то есть. Поэтому его так и заинтересовали вы и ваше объявление. Смешно, правда? Посмотрите, я правильно написала? Зачем? Как зачем? Вы же написали, я тоже решила попробовать. Правильно? Правильно. Спасибо. Я буду держать вас в курсе, ладно? Все-таки мы с некоторых пор не просто соседки, а, наверное, подруги. Я не заблуждаюсь. Не заблуждайтесь. Thank you.